Представляем вам проект «Военмехфест» – научно-технический конкурсный форум для школьников и студентов в сфере космоса. Военмеху 85. Институт богат историей и успешными людьми в различных научных сферах. Мы, как молодое поколение, хотим не только поддержать престиж военмеха, но и увеличить его влияние в научно-технических направлениях. Проект позволит нашему университету найти способных школьников и студентов, которые будут двигать нашу науку и исследования космоса. Основной целью проекта является повышение уровня образования. Конференция открывает большие возможности перед участниками. Заинтересованные студенты будут создавать собственные научные и технические проекты. В ходе работы они смогут повышать собственные навыки в различных научных сферах, что повысит уровень образования в военмехе. Также основной целью является привлечение школьников и студентов к участию в научно-технических форумах, выявление способных кадров для будущего отбора ведущей компании военно-промышленного и научно-промышленного комплекса, поднятие престижа университета и популяризация его научной деятельности. Форум позволит командам конкурсантов выбрать определенную тему для научно-технического проекта, продвигающей развитие технологий и науки исследования в космосе. Форум для школьников будет представлять собой конкурс для команд, выбравших одну из четырех тем факультета: А. Ракетостроение и космонавтика, И. Автоматизация и программирование, Е. Вооружение, О. Экология и естественно-научные исследования. Конкурс будет проходить в один этап. У каждой темы будет своя экспертная комиссия, состоящая из преподавателей и научных сотрудников университета. Форум для студентов будет представлять более узкую и глубокую тему для проекта. Это система вооружения, ракетостроение, спутники, автоматизация процессов и навигационные системы. Конкурс будет проходить в несколько этапов. У каждой темы будет своя экспертная комиссия, состоящая из преподавателей, научных сотрудников и людей, занимающихся наукоемким производством на практике. Критерии оценивания работы. Общая сложность проекта, общая идея проекта, оригинальность, рентабельность, актуальность, возможность исполнения проекта и понимание основ работы. Краткий план реализации проекта. Это первый пункт. Реклама и привлечение студентов в стенах военмеха с помощью баннеров и социальных сетей. Второй пункт. Сотрудничество с профсоюзом для агитации в школах города, рассылка информации по интернету школы страны. Реклама и привлечение студентов в стенах университета, реклама СМИ. Привлечение аспирантов и преподавателей университета для факультетов для оценивания проектов школьников и студентов. Сотрудничество с ведущими корпорациями военной и научно-промышленного комплекса со стороны вуза, а также сотрудничество с юношеским клубом космонавтики имени Титова для привлечения их резидентов при организации свидетельств. Победители и победившие команды школьного форума получат дополнительные баллы при поступлении в ВМЭК, а также памятный призыв. Победившие команды студенческого форума получат возможность реализовать свой проект через профильные организации и дальнейшее прохождение практики на ведущих предприятиях страны, а также памятный призыв. Как итог работы, наш проект позволит увеличить потенциал развития науки и промышленности в стране, позволит выявить способность школьников и студентов для дальнейшего их обучения на более профильном уровне. Спасибо за внимание.